Чем пахнет нефть и как происходит добыча черного золота, сегодня узнали студенты Тюменского государственного института нефти и газа. Сразу несколько групп учащихся разных курсов попали на Споршевское месторождение, которое, к слову, в «Газпромнефть Ноябрьск нефтегазе» является образцово-показательным. В первую очередь студенты воочию увидели кустовую площадку. Специалисты-нефтяники Споршевского детально объяснили, откуда и куда идет нефть. Ну а после, на установке предварительного сброса воды и газа, мальчишки и девчонки узнали все тонкости обработки углеводородного сырья. Эта экскурсия, по мнению студентов, стала еще одним доказательством того, что свою профессию они выбрали правильно. Говорят, что нефть – это даже своеобразная философия. Это достаточно творческая профессия. Но мало того, что нужно здесь знать и технические такие направления, не обойтись без знания дополнительных каких-то материалов. Плюс ко всему, это интересно сейчас. Мир у нас очень зависим от этого, и, соответственно, я могу приносить, ну, все, кто учится на этой профессии, могут приносить пользу для, как говорится, для нашего государства, для мира.